Хлеб дорожает. В связи с теми проектами, которые были приняты в парламенте, то они не дадут, подорожало все, что только может дорожать. И дальше перспектива будет такая же. Самый высокий процент инфляции не в странах, где идет война, а в Республике Молдова. И равной в Европе нет. Мы сегодня говорим, что Марина Таубер – это не просто заключенная в 13-й тюрьме, а это политический деятель. И заключенная она в статусе политическом. Поэтому сегодня мы пришли сюда для того, чтобы просить госпожу Драголин, которая приехала к нам с большим опытом работы в Соединенных Штатах Америки, и которая убеждала нас, что в своей работе она будет нести справедливость массы, она будет свободным прокурором. Так вот, мы сегодня просим исполнить эти обещания. Сегодня мы просим госпожу Драголин, чтобы она вмешалась в деятельность прокуратуры, в деятельность Министерства юстиции и рассмотрела все судебные заседания, связанные с Мариной Таубер, и выявила те недочеты, по какой причине она превратилась в политического заключенного. Вы знаете, мы очень благодарны нашим юристам, причем юристам, которые имеются европейские имена, юристы, которых знают в нашей стране, которые также говорят и высказывают свое мнение, что Марина Таубер действительно сегодня это депутат, это политический заключенный. И от того, что наша пресса сфотографировала камеру, в которой якобы находится Марина Таубер, и показывает хорошие условия, мне кажется, должно быть стыдно. Какой бы эта камера ни была, а, кстати, эта камера после ремонта когда-то была сделана, но не сегодня. Но это все-таки тюрьма. И камер люкс в тюрьме нет. Марина Таубер не преступница. Марина Таубер не убийца и не человек, который не должен находиться среди общества. Марина – это человек, который своей правдой мешает нынешней власти. Поэтому мы сегодня говорим: свободу Марине Таубер! Свободу Марине Таубер! Свободу Марине Таубер! Свободу Марине Таубер! Ай, хоцелор! Ай, клуптац! Ай! Рассмотрение, де ce spune apostolva, рассмотрение. Да досарли ноастри, к нас и рассмотрение. Криминале, вдец, вдец, мужнее сделать. Вдец, тот же рыди пенсати криминали. Мы турнат, ракивши жин, то судилеем узнать. Хай, Марина Тау, вам артат вамиль буль, вдец? Hoți în continuare, dar dosarele noastre cine-s-le duc la rejudicare, că nimeni nu pune nici dești. Au, și tăiați pentru Marina Taubert, dați-vă jos cu cioarele pământ, tăiați la dubă, tăiați, distribuiți oamenii, v-am arătat criminale în continuare, vreau să dea jos pasul, vedeți cum s-au pregătit, o zi bună și distribuiți.